Яңау телевидениең эфирында башкорт телендә әзерләнгән яңалыктар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумыгыз. 16 гыйнвар республика йортында Башкортстан башлыгы Ради Хабиров Рәсәй президенты Владимир Путиндың федераль йыйылышка мөрәҗәгать итмәһе кагыйдәләрен республикала тормышка ашыру буенча эш кәңәшмәһе үткәрде. Унда Башкортстан республикасы хөкүмәте агзалары, Курултай дәүләт йыйылышы депутаттары, муниципалитет башлыклары катнашты. Яңау районы хакимиятында кәңәшмәне видеоконференция режимында күзәттеләр. Республика башлығы был мұрыжағат нәмәнің төп тезисы болып, бәдің или бәдің бүйіклігі лайықлы тұрмыш кемәлі кәнін білділәні. Хәм ул иң мүхімі демографиянан башланды. Статистика бойынса Башқұртыстанда бүгіні күнді 4 миллион ашу кіші ешей. Үші елдің ғынуарынан бір кішіге 2 ешау минимумы артмаған келімлі ғайлілер бірінсі хәм икенсі балаларына ай хайын 3 ешке теклім түләудер аласақ. Шулайық 1 сентябрдан класс етекселеріне мақсус үстеме түләу индіріле. Федераль үстеме түләу Урал коэффициентін іске алып, 5000-ден де кем болмауы есеплене. Бүгінгі күнде Башқұртстанда уртаса класс етексігіне 2000 хумсыға. Ел хайын юғары оқу йұрттарында инженерлар, оқытушылар һәм табиптар етмеген территорияларына өстенлікле тәртіпте урындар ханы арта барасақ. Кеңешме йомғақтары бойынса президенттің мұрыжағат нәмә негізінде оны тұрмышқа ашыру бойынса есімлік сығу менен тиешілі документтар әзірлерге керек икені хәл етілді. 2020 елда Ресейде кайһы бір закондар өз көсінә инә. Ауылда льготалы ипотека, электрон хезмәт кенәгәһе, эттәрҙе тышта йөрөтөү һәм автомобилдәрҙе теркәүгә яңы ҡағиҙәләр, әсәлек капиталын индексациялау. Әсәлек капиталы программаһы буйылды ла дауам итә. 2016 йылды туҡтатылған капиталды индексациялау яңынан башлана. Бүгінгі күнге ол 453026 һум тәшкил итә. 15 ғынвардан Владимир Путин әсәлек капиталын беренсе бала туғандала бирегә қарар итте. Оның инициативаға федераль йылышқа юллама мөрәжәғәт нәмә менән сығыш яһаған вақытында яңғыраны. 2020 йылды әсәлек капиталы 466617 һум буласақ. В соответствии с федеральным законом номер 380 ФЗ, с 1 января размер материнского семейного капитала увеличен до 460617 рублей. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 13591 рубль. С начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, в республике уже выдано более 318 тысяч сертификатов. В нашем же Янаульском районе их выдано уже около 4 тысяч. С 1 января 2020 года также расширен круг получателей ежемесячной выплаты и увеличен срок ее получения. За ежемесячные выплаты в размере 9789 рублей могут обратиться семьи, в которых доход на каждого члена семьи составит ниже 20868 рублей. Теперь владелец сертификата имеет право обратиться за ежемесячной выплатой в любое время в течение 3 лет со дня рождения второго ребенка. Заявления на ежемесячную выплату принимаются в клиентской службе нашего управления. А также они принимаются во всех управлениях пенсионного фонда на территории Российской Федерации, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно через личный кабинет, размещенный на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, либо через МФЦ. 19 ғынуар бөтә православие дине кешеләре иң әһәмиәтле байрамдардың береһе Крещение байрамын билдәләне. Бұл бұрынғы христиан байрамы тазартылу, яңартылу символы болып тұра. Бұл күнді Иверск-Илинск серкәуінде байрам хүрмәтіне ғибәдәт қылдылар. Бұл күнді һәм оның алдынан хылды бейік изгіләндіру чыны өтілі. Шул вақытта ол ғынақтардан қытылып, енді һәм тәнді шифаландырып, хәрекет һәм күс менән изгіләнгін тип дұға қыла. Традиция бойынса бұл күнді көп күні яңаулылар серкәуге изгі хауысын келе. Сегодня православная церковь вспоминает события, когда Господь наш Иисус Христос пришел на Иордан, чтобы принять крещение от предтечи крестителя Господня Иоанна. На что предтеча сказал: «Я не достоин крестить Господа, потому что по внушению Святого Духа он знал, что к нему пришел сам Господь, о котором он проповедовал иудеям и говорил, что вот я вас крещу водою и покаянием, а идет после меня, будет, который будет крестить водою и огнем». И когда он увидел среди людей Господа, он сказал: «Я не достоин», но Господь сказал: «Дабы исполнить закон Христов, он должен совершить крещение». На что
Притечи согласился, и Господь спустился в реку Иордан, и было явление Святой Троицы, Богоявление. Почему называется праздник Богоявления? Явился Бог Святой Троицы. Получается, Отец, Сын, вот, который крестился Господь, и Дух Святый. Троица единая, нераздельная, явилась при таинстве крещения. Получается, Дух Святый в виде голубя сошел на Господа, и небо разверзся, и Отец, Бог наш, сказал: «Сей Сын мой, о нем же благоволил». Получается, Господь пришел на землю, чтобы принести себя в жертву и принять грехи всех людей. Тем самым Господь показал, что каждый человек должен стараться креститься. Только тот наследует Царство Небесное. И при крещении как раз исходит Дух Святый. Вот и в этот день, когда Святая Троица сходила на Господа, все водное естество осветилось и очистилось. И так раз в год во всех православных храмах, как и у нас в Иверско-Илимском храме города Янаула, освящается особым великим чином святая вода. Она по-церковному называется гиасмой, святостью. Ее в течение вот двух дней, 18-19 числа, можно пить сколько вы пожелаете, окроплять свои жилища, освящать машины, дома, подсобные помещения, а в дальнейшем в течение года эту воду пьют только на голодный желудок. Вода освященная и святая – это две больших разницы. Освященная является после 12 ночи, все водное естество осветилось в кране, в колодце, везде. А вот святой она стает только в том случае, когда в храме особым чином освящается особая вода с особыми молитвами, которая освящается только раз в год. И просится, чтобы Господь через эту воду не спасал благодать Святого Духа, а осветил воду и не спасал людям здравие души и тела. Получается, через эту воду она даже приравнивается к малому причастию. Из-за этого ее стараются употреблять на голодный желудок и с верой, с молитвой во здравие души и тела. Вот и мы сейчас совершили с вами великий чин освящения, которым осветили воду для всех православных христиан, но и не только православные, и другие вероисповедания, приходят люди, чтобы взять эту водичку, потому что в святую воду крещенскую все верят. Всегда стараются и искупаться в специальных таких источниках и орданях, но у нас в Янаульском районе не получилось в этом году, так как из-за теплой погоды сделать Иордань. В ближайшее время, в ближайшем месте это Николо-Березовка, где будут купаться люди. Мы тоже завтра поедем с прихожанами туда на купание. Вот. Из этого всех янаульцев я поздравляю с великим 20-м праздником крещения. Желаю вам здоровья, Божьей помощи. И дай Бог, чтобы в этой святой воде Господь не спасал вам исцеление души и тела. Кышкы ысыр күңіл асу үсін яқшы вақыт. Саңғы спорты халқын вақытта ин кәрәкле спорт түрдәрінің біріхе ханала. Яңауылардың көбіхі оның яқлы болып тұра. Әммә кышкы мауғыудар арахында улғына түгіл. Ғадетті Некрасов урамындағы саңғы трассаға яңауылардың яратқан урындарының біріхе. Улардың көбіхі вақыттарын файдамынан өткәр үсін хәркес хайын тейірлік ұшы урынға сыға. Бұнда еңгісі ағызаларын спортқа алықтырған тулыға әлелерді лә ұсыра тұрға бұла. Шылайық Скандинавия атлауымынан ерусілер ханылы арта бара. Занимаюсь для себя и для меня. Утром и вечером хожу. По 3-4 круга даю. Каждый день, можно сказать. Утром 3 или вечером по 4 бывает. По 5 бывает иногда вечером. Лучше, конечно, для меня. Но я себя чувствую, конечно, лучше. Раньше так ходила просто. Потом говорю, давай-ка я палкой попробую. Вот так попробовала. Удобно, оказывается, легко. Немножко, наверное, это улучшение какое-то маленькое. Утром хожу, а вечером получше себя чувствую. Поменьше задыхаюсь. Вот, в таком плане. Наше поколение, наверное, всю жизнь занимается. Ну, было перерывы лет 40 так, когда работал. Ну, а сейчас на пенсии так. Опять вспомнил.
Шул вақытта Харғалақта хоккейстар тренировкаға бара. Инде көп елдар бында бұл спорт түрі менен мауғылсылар ойнай. Олардың һәр бірі үсін ол тұрмыштарының айырылғы дүліші. Әмі қатнышысылар айтуынса составта ештәр етмәуі бірақ көңілхәділік тудыра. Сынки ойынсылардың көбіхі үлкен буын вәкілдәрі. Прибавляет, как говорится, настроение. От души играем, себя в общем играем. Образ такой, как бы у нас и группа здоровья есть, как говорится. Все вот общаемся, собираемся. Сами каток чистим, сами забиваем. И молодежь стараемся привлекать, играть. Ну, я сам лично с 10 лет это самый на коньки встал. Ну, потом вот 90-е годы здесь перерыв у нас был, не было как бы хоккея. Ну, в 2009 году вот возобновился, начали по новой вот заниматься. Ну, в основном вот как бы от 40 до 60 лет вот ходят. Там. Молодежи мало ходят, вот стараемся больше их привлекать, чтобы после нас тоже занимались этим видом спорта. Зима, как бы меньше сказать можно, розовая, теплая. Ну и поэтому редко удается заливать. Ну как редко, вечерами приходится заливать. Нарост небольшой льда получается, потому что тепло. Так-то, в такую погоду, конечно, приятно ходить, заниматься. Тепло, хорошо. Ешлік физкультура хауықтыру комплексы Харғалағында һәр күн көп кенә қала халқын ұсыратырға мүмкін. Улар арахында конькила бірінсі адымдарын яхағандарда, бұдда үдәрін шаныслы һәм ирекле тұтусылар да бар. Я уже 2 года катаюсь на коньках. Вот первый год не очень получалось, а вот сейчас нормально катаюсь быстро. Ну, на коньках я 2 раза в неделю, наверное, катаюсь. Ну, если друзья позовут, можно почаще покататься. Ну, я хочу научиться еще быстрее кататься, выполнять какие-нибудь трюки там. Был кыш инде өзінің сюрприздарын яханы. Қардың әді яуы һәм температураның юғары болуы сәбәпле соңғы трассаға һәм Харғалақтың тұрышы насар болды. Әмі шуға қарамастан халықтың дәрті хүнмей, әудім тұрмыш менен нығырақ қыдықына башлағандар ханы районыбызда ел хайын арта бара. Ошының менен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, хау болығыд.